группа огромная. Но зачем Карену одежду с вашего магазина? Он покупал в подарок. Темный лак. Парень говорит, что я делаю ему мазки, постоянно спрашиваю, как он, где он, бросит мне из-за этого, что делать, скажите, пожалуйста. Ну, я вообще немножко не понимаю девушек, которые так терроризируют ребят. А мужчины этого не любят, и вообще, как правило, должно быть наоборот, и то тоже в меру. То есть я за адекватные отношения, за взрослые, то есть это все детский сад, по моему взгляду. У меня нарощенные волосы. Шоколад идет, да, мне мама тоже сказала, что шоколад это мой цвет. Я вообще очень люблю, кстати, черный и шоколад, два цвета, которые очень много в моем гардеробе. Миру мир армянам много денег. Согласна, просто идеальный лозунг, мне кажется. Фигура бомба, спасибо. Покажи тачку. А чем мама моя тачка? Адан Дубровки, магазин, павильон 213-215, 9 ряд. В жизни не видел такую красоту без фотошопа, это прелесть. Спасибо огромное. Очки покупала в Эмиратах в прошлом году. А купальники я покупала последний раз в Цуме, Дольче Габбана, Леопарда. Так я не заказывала на сайте. У тебя красивые глаза, спасибо. Как мне вернуть парня? Ребят, пожалуйста, девочки, я вас умоляю. Вот не нужно никого возвращать. Ваша от вас не уйдет никогда. Поверьте мне. Цените тех, кто рядом с вами, несмотря ни на что, и не разменивайтесь на людей, которым вы не нужны. Уважайте себя, я вас очень прошу, девочки. Цените и любите себя больше, чем кого-либо. Да, 855 номер карандаша. Очень спокойно относитесь к глупому вопросу, Лунечка. Пожалуйста, не судите меня строго. Я сегодня немножечко там. Привет! Карандаш Никс. Можете выставлять воду вашей жизни, а не свободы. Вы знаете, ребят, как-то раз я сидела и думала, и поняла, что мой инстаграм в основном является моей рабочей стороной. То есть я чувствую, что из жизни мне даже не хочется, крайне редко, да, попадается так, что выставляю фото из жизни. Наверное, потому что не хочется сильно обобщать, так скажем, личную жизнь, какие-то моменты семейные, но в любом случае, мне кажется, я более чем активна в инстаграме. Кольцо, это Nona Collection, сделанное по моему эскизу, ювелиром.
какое-то, но есть в наличии наших магазинов, можно приобрести. Спасибо огромное. Нет, я считаю, что можно, конечно, выставлять свою жизнь, но в меру, все в меру. Ребят, сейчас особо не сижу на диете, но каких-то, я даже больше скажу, я начала просто ограничивать в количестве принятой пищи, то есть не то, чтобы я в чем-то себя конкретно ограничиваю, просто я уменьшила намного количество. То есть если я, например, могла съесть раньше две конфеты с кофе, сейчас я пол конфетки или одну конфетку, то есть уменьшаю рацион, это помогает. Но я, в принципе, скинула 4-4,5 килограмма. Мне пока комфортно. Посмотрим. Если не наберу. В одной машине, да, я одна. Вы кого-то еще хотели увидеть в моей машине? Вообще, я не знаю, а возможно, это у меня такое хобби, но я безумно люблю ездить одна. Вот совершенно одна. Мне даже есть куда надо доехать там с братом. Я говорю, слушай, бери свою машину, я за тобой поеду. Я вот не знаю, у меня такой характер, я люблю одна ездить. Очень. Слушать музыку спокойно. Вот для меня это релакс. Не знаю, для кого как. Может, у кого-то тоже такое есть для тебя? Спасибо огромное, ребятки. Как быть спокойной? Ну, нужно искать гармонию внутри себя, нужно общаться с людьми подобными, отталкивать от себя негатив, нервных людей, которые... нытиков нужно от себя отсеивать, людей, которые постоянно недовольны жизнью. Это очень сильно напрягает и очень действует на ауру, и начинаешь все это впитывать. Поэтому старайтесь фильтровать свое окружение. Какие люди рядом с вами, такая его. Я считаю, что это очень важно. Даже в личных отношениях. Какой мужчина рядом с женщиной, собственно, так она и выглядит. Так она себя и ощущает. Фирма очков Хлоя. Но у вас затонированы передние стекла. Я больше чем уверена, что к вам все заглядывают. Ребята, это сейчас такая проблема у меня. Я сняла тонировку из-за того, что она у меня из-за холода отклеилась местами. Я, короче, сорвала, думала, на следующий день поеду, сделаю. И все, руки никак не доходят, времени нету поехать затонировать машину. И сейчас езжу как в аквариуме, и очень некомфортно. Потому что не очень люблю, когда... Особенно сейчас в эфире сижу, смотрят, думают, вот тупая блондинка зашла в эфир. Очень красиво, позитивно, реально крутая, пример для подражания. Спасибо огромное, ребятки. ДТП. Ребята, тут не хочу зарекаться, но один раз в жизни было ДТП, и то не я была виновата, просто я ехала по своей дороге, и мотоциклист просто наехал на мое колесо и перевернулся. Но с ним ничего не случилось, с ним все было нормально, потому что у меня была очень маленькая скорость, я только, получается, отъехала от светофора. Вот. Но он виноват, естественно, он все оплачивал, потому что он был виноват. И все, больше не было. Тут я нормальный водитель. Кожаные брюки, ребят, стоят 6500. У нас, в принципе, цена на них не менялась. Они такого же кроя, как черные. Вот. И у нас еще были табачные. Они будут сейчас попозже, потому что все закончились. Они сейчас у нас отшиваются. Вот, а так. А мне очень самой просто хотелось шоколадного цвета. Вот, и решила для вас сделать тоже. Очки бомбы, что за фирма? Хлоя, ребят, фирма очков. Ты классная, дочь, прелесть. Всего вам самого наилучшего. Слушаю, смотрю на вас одно наслаждение. Вы очень хорошие. Спасибо огромное. Так приятно. Вы меня зарядили позитивом сегодня. Сегодня все добрые у меня в эфире. Никогда бы не подумал, что такие девушки, как вы, не только красивая, но и очень мудрая и простая.
Просто у вас образ такой пафосной блондинки. Ребят, это ужасный образ. Мне он совершенно не нравится, он мне совершенно не импонирует. Ну, внешность обманчива. Я рада, что вживую я вызываю лучшие впечатления. Неудачно наехал на Бентли, видимо. А у меня тогда не Бентли была, у меня была тогда Ауди. Вот. А так он не смотрел. Он просто, знаете как, он ехал параллельно и перестроился, и просто не посмотрел, что я еду. И просто наехал на колесо и перевернулся. При всем при этом он начал со мной ругаться, говорить о том, что я виновата, но приехал мой папа, и так как мой папа очень хорошо знает все законы, все это соблюдает, и он ему объяснил после того, как приехала полиция, они тоже все посмотрели, проверили и выяснили, что виноват он. Жизнь его еще красивее, чем на фото. Спасибо огромное. Ты красивейшая наша Нона, спасибо, очень красиво, благодарю. Родители с города Кировакан. В Армении, кто знает. Спасибо большое. Так. А что вы чувствуете, когда простые люди смотрят на вас? Ребят, ну я тоже простой человек. Вообще разделять людей на какие-то категории, это немножко не для меня. Я такой же простой человек, как и все. Ты красивый, спасибо. Я скоро приеду в Москву, можно устроиться к вам в шоу-рум. Вы скиньте резюме мне в WhatsApp или на нашу официальную почту 0 на коллекшн. Мы посмотрим, рассмотрим обязательно. Слава богу, разобрались. Успехов, меньше разочарований. Спасибо. Я разговариваю, да, на армянском. Думаете, я сегодня румян мало сделала. Может, из-за этого кажется, что у меня щеки. У меня карандаш Никс. Вам комфортно с липолитиками? Какими еще липолитиками? Я не колола никогда липолитики. Пока что, по крайней мере, не знаю. Никогда не зарекаюсь. Вот. Но пока ничего не могу сказать. Еще раз скажу, вы крутая. Спасибо, мои хорошие. Так приятно. Какие вы у меня сегодня все хорошенькие собрались. Да, сегодня я что-то, мне лень было вообще краситься и что-либо делать. Ни укладку, ничего не сделала, короче, поехала. Я сегодня поздно проснулась, плохо чувствовала себя вечером. Проснулась час дня, пока раскачалась туда-сюда. Нонджан, вы огонь, спасибо. Но это почему? Дорога не следишь. Да я сижу, нормально, все контролирую. Все контролирую. Даже не дорогу, а все остальное тоже могу контролировать. Так, ребят, я уже доехала, сейчас буду парковаться. Блин, у меня почему-то телефон нагрелся. Так, наверное, я припаркуюсь. Очень интересно. Сейчас, ребятки, не вижу сообщения, надо припарковаться, так, чтобы я не выглядела чайником, желательно. А кто мне сигналит? Так. Поверну камеру, чтобы мне было поудобнее, ребят. Так. Нет, музыка не радио, музыка. А куда вы едете, молодой человек? Я хочу развернуться. Так. Проходите, проходите. Так, спасибо, ребят, большое. Ладно, лучше я там развернусь. Ладно, поехали разворачиваться, ребята. Не, я паркуюсь хорошо.
Вообще, мой папа говорит, что я вожу как мужчина машину. Я надеюсь, что это в хорошем смысле он говорит. Так. Зачем вы тупости пишете, что она показывает значок машины такси, если сзади значок виден? Ребят, ну что за бред? Мне кажется, в моем случае показывать что-либо не имеет никакого смысла, потому что и так все знают. Зачем? Показывают люди, для которых это что-то новое. Может, они сами в шоке от своего положения. А у нас все проще. Плохо слышно. Нормально так слышно, ребят? Но я сейчас буду уже отключаться, мне просто надо припарковаться. Секундочку. Ой, давайте, да, к нам. У меня тут унылая песенка включилась. Так, такая добрая, спасибо. Нет, я не бакинская армянка. Что я специально показываю значок машины? Ребят, мне кажется, это глупому человеку нужно значок машины показать, чтобы кого-то удивить. Ребят, люди уже, не знаю, на частных самолетах там передвигаются по Москве, а у нас тут значки удивляют, я вас умоляю. Так, отдых не планируете? Планирую, но попозже. Сейчас у меня очень активно в работе, очень много разных моментов, не могу, к сожалению, пока оставить это все. Поэтому... Так, ребят, сейчас я припаркуюсь так, чтобы не мешать пешеходам, чтобы было удобно. Так. Сейчас, ребятки, извиняюсь. Здесь больше нету места для парковки, мне приходится как-то здесь ужиматься. Так, ну, армянский флаг набрали. Да, армяне мои родные. Конечно, нужно напоминание, чтобы знали, кто едет. Так круто водишь. Ты издеваетесь, да, надо мной? Круто водишь. Так. Что-то там видит он. А, стоп. Дети, сами отвечаете. Ну, когда как. Бывает, я сама просматриваю, но в основном, конечно, девочки. Блин, ребят, что-то мне не нравится, как я припарковалась. Вообще не нравится. У меня машина... Телефон у меня iPhone. На вас смотрю, жить хочется. Так, ребят, давайте голосуем. Оставляем здесь машину, но у меня торчит передок прям конкретно. Наверное, лучше припарковаться сюда. Да, лучше, наверное, сюда мне припарковаться. Я вообще очень, знаете, как отношусь к парковке? Очень серьезно, потому что у меня бывало такое, что если я, например, останавливаюсь близко к другой машине, когда кто-то садится, царапают мне двери. Постоянно какие-то проблемы у меня такие, в которых я не виновата, и вот у меня постоянно такая задница происходит. Поэтому я очень внимательно к парковке отношусь. Да, лучше другое место мне советуют мои любимые подписчики. Нет, ребят, там есть место для зебры. Пешеходный переход я не закрыла. Все по плану. Так, там выезжает машина, может, туда заеду? Или там слишком узенько?
ответственная парковка, да. Потому что у меня постоянно, ребят, из-за этого проблемы. То меня поцарапали, то меня не знаю что. А вот я сюда заеду. Так. Главное сейчас никого не задеть. Ребят, извиняюсь, что я не отвечаю на вопросы. Вы мне всегда помогаете парковаться, поддерживаете меня морально. Так. Кого-то бесит значок, кто-то спрашивает, какая машина. Ребят, определитесь уже, что вы хотите от меня. Так. Все, ребят, я нормально вроде заехала. Тут больше места. У меня просто машина, она длинная, и обычно все время сложно ее парковать. Так, все. Миссия выполнена. Вроде как. Так. Так. Спасибо, ребятки. Ладно, ребят, я уже буду прощаться. Доехала. Я вас всех очень люблю. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что постоянно со мной паркуете мою машину. Провожаете меня до нужной локации. Я всех обнимаю. Желаю вам хорошего дня, уже вечера, и отличного настроения.